Придирчивее всего полицейские относятся к проблемам антитеррористической защищенности летних лагерей и вопросам безопасности детей, находящихся на отдыхе. Состояние ограждений, наличие тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения и квалифицированной охраны. Вот далеко не полный перечень того, чем интересуются сотрудники правоохранительных органов. В рамках оперативно-профилактической операции «Курорт» проверки идут практически ежедневно. Планово выезжаем на такие вот объекты. Руководство отдела, сотрудники ПДН, участковые, сотрудники розыска. Также к данным местам пребывания приближены маршруты патрулирования экипажей наружных служб. Вот. Соответственно, проверяем контрольно-пропускной режим, вот, сотрудников ЧОП, которые осуществляют охрану. Соответственно, ведем профилактическую беседу как с детьми, так и с администрацией. Действительно важная, если не важнейшая составляющая таких визитов – профилактическая работа. Во многом благодаря ей число неприятных происшествий в детских летних оздоровительных лагерях стремится к нулю. Хотела бы разъяснить вам возраст наступления административной ответственности. Административная ответственность у нас наступает с 16-летнего возраста. Инспектор по делам несовершеннолетних не только читает короткую энергичную лекцию, но и отвечает на вопросы ребят. Что такое хорошо, что такое плохо и что такое очень плохо. И как необходимо себя вести, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. В детском оздоровительном лагере «Радуга», где вместе с нашей съемочной группой побывали полицейские, нарушений выявлено не было. По данному объекту каких-то особых проблем нету. Вот, в принципе, и никогда не было. Надеюсь, и не будет. Вот. В принципе, обычная рутинная работа. Плановые проверки детских лагерей на территории района будут продолжаться вплоть до окончания летней оздоровительной кампании. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».